24 сентября 2019 года, село Средний Пахач, Алютровский район. Снег идет уже с 6 утра, как обычно, население не было к этому готово. Ну, в принципе, как и источник теплоснабжения, вот он. Хотя по документам краевые власти рапортуют о том, что этот источник стабильно работает с 20 сентября, как и предыдущие, в принципе, 20 лет. За все это время люди научились исполнять функции кочегаров, поддерживая тепло в своих квартирах, используя печное отопление. Вот так вот. 21 век на дворе. Средние Пахачи. Ну все, всем пока. Я за дровами.